Между тем, российские ВВС в Сирии наносят новые удары по позициям боевиков ИГИЛ. Инфраструктура террористов за минувшие сутки лишилась сразу нескольких ключевых объектов. Так, в атаке была разбита их минометная батарея, несмотря на все попытки экстремистов замаскировать свои военные машины. В провинции Идлиб в горах уничтожена тренировочная база. Под Хамой разрушен склад боеприпасов и укрепление опорного пункта. Итого, целями нашей авиации за минувшие сутки стали более 60 сооружений Исламского государства. Данные радиоперехватов свидетельствуют о росте панических настроений среди бандформирований террористической группировки ИГИЛ. Зафиксированы требования полевых командиров к вышестоящим штабам о срочном восполнении резерва боеприпасов и вооружения, уничтоженного российской авиации, и переброски подкреплений из провинции Раки для удержания занимаемых им позиций.